Операция по спасению неведомой зверюшки. Вот он, кто ты здесь. Он хочет сбежать. А дальше? Кошка там поцарапала хоть. Багира такая не поняла в смысле. Что, он вот тут рядом лежать? Всем доброе утро. Катя, посмотри на меня, красавчик. Дверь открыта, комбинезоны надели, но посмотрите, эти товарищи не хотят идти на улицу, потому что они какие-то у нас сосиски, которые не любят мокрую и плохую погоду. Кстати, давай, у нас мой тапочка пошел. Сейчас я жду Стаса, сейчас он придет, и мы пойдем на прогулочку. О, хоть дождь закончился. Я с утра Сетьку выпускала. Он сходил, дело сделал. Потом мы пришли, еще все поспали. И вот сейчас уже идем все вместе. У нас сейчас будет операция по спасению неведомой зверюшки. Мы предполагаем, что птичка застряла, потому что такой звук, ну, может, мышка. Спасибо. Сейчас мы будем снимать. Не, ну, эту штуку. Вчера же Стас прибивал эти штуки. Странно, что никто не вылетел. Может, там какое-то гнездо было. Ну, ничего, сейчас спасем. Блин, странно, что реально забивали. И так шумно было, что и никто не вышел. Парни, сейчас будем спасать птичку. Одноглазый, там упираешь. Жальчик мой. Твои предположения, кто это и где? Где-то здесь. А кто это, сейчас посмотрим. Скорее всего, птичку. Тут очень часто так, я видела птичек. А, ты можешь сюда удлинитель вытащить. Такой странный звук. Прям скрежет, то ли кто-то стучится. Вот такое немаленькое. Не насекомое, потому что. Маленький. Вот. Кто? Точно. Кто? Во, прям видно. Все, придется наши деревья. Маленький. Вот, я же говорила, что это маленький, сладенький. Вот, прими, вот смотри. Вот он, кто-то маленький. Здесь. Сейчас мы тебя спасем. Я подумаю, это пстиенчик. Птенчик? Да. У нас тут получается вот тут так, вот лента это, идет. Наверное, убираем вот этот, да? Все? Да, вот это. Вчера тут так шумно было, мне кажется, что мы должны были все вылететь, все, кто мог. Так, а дай мне, пожалуйста, другую биту. Теперь надо вот эту. Где наш малыш? О, да, тут нормально, так поскребли. Да? А что поели-то? Вон этот. Что? Пену. Пену? Вон он! А, это тень, извините. Ну, в любом случае, тут надо сейчас приоткрыть. Дай смотреть, пожалуйста. Тафи, тут все пришли. Все пришли спасать непонятную зверушку. Значит, мы делаем проход и ждем, когда птичка вылетит. Ну-ка, дай. Да. Ёшкин. Что? Там гнездо? Нет, там чувачок сидит. Какой? Птичка? Желтый, да. О, желтая птичка. Так. Камера. Фокус. Вон, да, видно. Видно ее? Ага. Хорошо? Маленькая. Это капелька? Да. Это молодец. Я же сказала, я прям чувствовала, что там. Подтолкнем. Тафи, это не к нам. А, ну так. Ну ладно, подождем. Подождем. Уже можешь караулить.
Просто такой резкий был этот бжик-бжик. Мне показалось, что надо. Очень похоже, потому что никого нету. Ну, очень похоже, что вылетел, потому что... Ну, подождем еще. Марти, вообще, ты помнишь, что мы как бы... Это не положено быть тут. Ну, тут нормально, кстати. Проел. Да? Да, прям чуть ли не до туда. Прогрыз. Я не очень понимаю, о чем ты. Ну, вот заходи сюда. Он меня выдержит, да? Ну, будем. Если ты встанешь на самый край, ну, ближе к краю. Да. Вот эта пена желтая, то, что... Да, а вот дальше это... то, что он сгрыз. Когда я искал проход. А вот, вот это все тут. Была дискотека. Да. Ладно, что, сдаю тебе? Да, да, все улетело. А это мы чуть позже тогда откроем. Котечка, мы же пошли птичку с тобой. Ну, молодцы. Держи. Так, где тут сладкие пирожочки? Булки, ставь в сиди. Давай, 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 давай. Где вас не видно? Таффи, я тут. Он лапки вижу. Ой, лапки вижу. Иди сюда, Таффа. Тут так боязно, страшно. Уже перестали гавкать. Это гав, 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 гав. Мы уже поняли, что все нормально. Вообще не реагируют. Даже когда их зовешь, уже такие типа, аж этот шум. Мы не реагируем. Так, нам 6 часов. Салфеточек. В 6 часов ставочка к ветеринару. Едем с Гладиком все-таки проверить. Так, короче, ушли пацаны. Хочет сбежать. А дальше? Да. Так у меня все в порядке. Мне ничего не нужно. Можно подъезжать. 13 Ты сбежать хочешь? Пятнышко твое. Где ты на колу? Укусил. Слядьки. То есть это пятно вообще должно пройти, правильно? Ну, вот это травматическое. Да. Ну что, Таффи, посмотрите, какой живчик пытался сбежать всю дорогу. Ну, кстати, глаз открылся. Да, так она его, знаешь, как хорошо почистила? Она прям брала, вот-вот выворачивала и все прочистила. В общем, оказалось, как, в общем, у Таффи оказалась язва роговицы, и сказали, что это травма. Так, телефонный звонок сбил меня. В общем, так... В общем, мы уже дома. А, значит, что сказал врач? Сейчас я Таффи типа, помою лапки и пущу. Слушай, она вам так хорошо прочистила глаз. Посмотрите, какая красота. Так, Седечка, привет! Привет, мой хороший! В этот стол с Марти делали. Блин, я забыла корыться взять. Таффонька, Таффонька, там, представляешь? Сейчас, подожди. Давай сейчас намою лапку, потом все вам расскажу. Все. Таффи, давай. Давай, давай, давай. Сетька, ты чувствуешь, чем пахнет Таффи? Он пахнет ветклиникой. Сейчас тут по печенечке. Потом, да? Давай, Таффи, заслужил.
Так, а Сэдичка тоже ждал тут как герой, ничего не сделал. Просто спал. Мартюша, пожалей Тафоньку, посмотри. Итак, мы съездили к ветеринару, посмотрели Тафочкин глазик 1 и 2. Значит, доктор сказала, что есть повреждения. Сделали контрастный осмотр, то есть там сначала промыли глаз, потом закапали такой оранжевый раствор и с помощью специальной лампы посмотрели на глазик. То есть его вывели, как бы она так подняла его и сказала, что проблема то, что вот у него покраснение, это не совсем, как бы тут написано и конъюнктивит тоже, но еще есть язва роговицы, которая вызвана, скорее всего, травмой. Как я и предполагала, мы когда гуляли пару дней назад, ну, когда это началось, 3 дня назад, вечером мы пошли по новому маршруту, и там было очень много кустов. И, знаете, собаки, в принципе, да, там любят тыкаться моськами, что-то все нюхать. И я еще постоянно говорю: Тафи, аккуратно, аккуратно. Мне все, вот, всегда было страшно, что, не дай бог, он наколется. В итоге так и произошло. Я уточнила, не может ли быть, что, допустим, кошка там поцарапала, хотя, в принципе, у нас таких ситуаций никогда не было. Она сказала, что нет, это точно не, это не характерно по кошачьим лапам. Она говорит, если кошки царапают, то там как бы совсем другой результат. Вот посмотрите на эту маленькую булочку. Что-то так разнервничался, так переживал, там что-то хотел уйти, как будто я не знаю, что-то делали, да, мой сладкий. Вышел такой довольный. В общем, прописали нам, получается, 2 мази. Сказали, конечно, лечение будет долгое за счет того, что повреждение именно роговицы. То есть, если посмотреть, то есть, прям по центру будет видно. Ну, я в клинике снимала, как раз, когда еще контраст оставался. Вот. В общем, эти 2 мази купили. Надо будет еще раз прийти 16 числа. Да, кстати, еще забавно, что поведение на приеме спокойное. А я говорю, а у нас точно он был спокойный? Мы так посмеялись, потому что Тафи, знаете, как начал ныть. Такой, типа, выпустите, выпустите. Она говорит, ну, раз он меня не укусил, раз он не гавкал, значит, поведение спокойное. Я говорю, ну, ладно, в общем, хорошо. Тафи. Ну, знаете, она ему так хорошо прочистила. Видимо, знаете, мне было страшно его. Она как-то вот прям подняла и там вот это все вытащила. И прям ему стало намного легче. Вот, так что все, те капельки, сказала нам, которые мы давали, не нужно. Они с антибиотиком, по-моему, шли. Вот, теперь только мазим. Я, булочка моя. Посмотрите, охрана. Охраняет тут все на свете. Так, мы приехали с Окея. Мы купили тут продуктов. Вообще ехали за маленьким количеством продуктов, но, ну, знаете, как обычно бывает, там что-то увидел, только, кстати, скидок я вообще не поняла. Какие-то очень-очень-очень странные цены были. Так, Сэдди, оставь Багиру в покое, пожалуйста. Что мы купили тут? И сладкого, и не сладкого. Много фруктов взяли тоже. А, еще вот взяла вот это вот средство для мытья полов, у кого есть животные. Давно хотела попробовать. Вот. Ну, полностью показывать не буду. Я уже, кстати, замариновала мясо. У нас на ужин будет стейки с говядиной. И у меня тут картошка отваривается. Смотрите, какие интересные губки. Разноцветные тоже взяла. Зелененькая. Так, ладно, буду сейчас разбирать продукты. А, еще, кстати, пришла нам посылочка. Сейчас мы будем открывать. Там на рекламу присылали. Pet Bed. На свету маловато. Я смотрю, что Марти уже засматривается на эту коробочку. Хотя нет, по-моему, он смотрит на подстилку. Так, Марти, тебе коробочка. Хотя бы все может поместиться. Ух ты, Тафи! Знаете, какая классная постилка. Я специально взяла маленького размера. Хотела поставить ее вот под телевизор. Потому что, мне кажется, она будет очень классно смотреться.
такая серенькая, светло-серая. Мы уже с ними как-то сотрудничали, но только не по лежаночкам, а по автокреслам для собачек. Вот, Pet. Красота, слушайте, такая прям мягкая, такая наполненная. Слушайте, круто. Мне, конечно, чесались руки взять побольше, с какой там размер. Даже не XL, L. L у них, по-моему, 90 на 70. Но 90 на 70 у нас в спальне. Вот, она очень большая. Повторюсь, стол скоро уйдет, поэтому у нас как бы подстилочка немножко в таком странном виде. Здесь они спят ночью вдвоем, нормально помещаются, все супер. Но так как мы очень часто находимся в гостиной, и мне хотелось, чтобы была какая-то лежаночка. Не взяла большую, потому что я померила. Слушайте, ну она какая-то такая огромная, она просто занимает полкомнаты. Поэтому я решила взять вот такого размера. Саечка, я, конечно, понимаю, что ты уже плюхнулся. Давай его сразу на место поставим. Вот я думала, хотя не знаю, не будет ли головой тыкаться. Ну, это еще можно, конечно, все менять местами. Багира такая не поняла в смысле, что он будет тут рядом лежать. Вот. Ну, думаю, вот этот диван уйдет. Его завтра, кстати, забирают, отвозят в другое место. И я думаю, может быть, даже туда просто лежаночку положу. Ну, слушайте, 90 на 70, она какая-то реально огромная. Я просто примерилась, вытащила эту коричневую сюда, поставила. Ну, как-то мне не понравилось, слишком много. А так, вы помните, что когда мы жили на квартире, у нас такого же размера все лежанки, они лежат вдвоем спокойно. В общем, мне правда нравится и по цвету. Блин, такая классная вообще. И... Тафенька, иди на место. Посмотри, какое место. Все-таки надо будет переставить. Там что-то неудобно. Тафенька, ложись туда. Тафочка у нас консерватор, вы помните, да? Он сразу не ложится. А Сэдди, давай на место. Давай. А Сэдька, молодец. Умница. QR-код тут есть. Не грызть-то зачем сразу?